Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы США, ФРС, ответила на вопросы о технологии блокчейн. Во время встречи форума Commonwealth Club Йеллен спросили, планирует ли правительство США запускать собственную блокчейн-криптовалюту, например, Fedcoin. Йеллен ответила, что блокчейн является важной новой технологией и инновацией. Использование этой технологии может быть чрезвычайно полезным для общества. Она упомянула, что выпуск собственной криптовалюты пока не планируется. Йеллен также утверждает, что ФРС рассматривает все возможности для усовершенствования технологий в финансовой сфере, и блокчейн может открыть новую страницу в процессе реализации глобальных финансовых транзакций.